Модальный глагол have to. Have to. Его так и надо запомнить вместе с to. Значит, надо, должен, необходимо или важно сделать что-то. После to идет глагол. И в отрицании как не надо, не нужно, то есть нет необходимости. I have to take my medicine 3 times a day. Я должен принимать свое лекарство 3 раза в день. Kim starts work at 7 o'clock, so she has to get up at 6. Ким начинает работу в 7 часов, поэтому она должна вставать в 6. If you have a toothache, you have to go to the dentist. Если у вас зубная боль, вы должны пойти к дантисту. Have to употребляется во всех временах. В настоящем будет have to или has to. В прошедшем времени had to. Для всех лиц одинаково. И в будущем времени добавляем will, have to, will have to. What time do you have to be at the station? Во сколько тебе нужно быть на станции? I don't have to be at the station until 9 o'clock in the evening. Мне не нужно быть на станции до 9 часов вечера. I was late for work yesterday. I had to go to the dentist. Я опоздала на работу вчера. Мне надо было сходить к дантисту. Why did they have to leave the party early? Почему им пришлось уйти с вечеринки раньше? She'll be late tomorrow. She'll have to go to the dentist. Она опоздает завтра. Ей надо будет сходить к дантисту. В отрицании этот модальный глагол показывает, что нет необходимости, не нужно. Don't have to или doesn't have to. You don't have to clean the kitchen. Вам не нужно убирать кухню. I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. Я не работаю завтра, поэтому мне не нужно вставать рано. Bill doesn't have to work very hard. He is very rich. Биллу не нужно работать очень много. Он очень богатый. We didn't have to wait very long for the bus. Нам не пришлось ждать очень долго автобус. Очень трудно провести четкую грань, где использовать have to, а где must. Особенно американский вариант современного английского вообще размывает и стирает эти границы. Я с удивлением обнаружил, что предложение «в некоторых странах мужчины должны проходить воинскую службу» в учебнике, который издан в Британии, используют «have to», а в учебнике, который издан в Нью-Йорке, используют «must» и много других примеров. С уверенностью можно сказать только одно. «Have to» говорят чаще. Запомните, что must в прошедшем времени не употребляют. We must go to the bank today. Мы должны поехать в банк сегодня. We must go to the bank tomorrow. Нам надо будет съездить в банк завтра. Но в прошедшем времени we had to go to the bank yesterday. Нам надо было съездить в банк вчера.
Sarah is a nurse. Sometimes she has to work at weekends. Сара – медсестра. Иногда она должна работать по выходным. There were no buses yesterday evening. We had to walk home. Вчера вечером не было автобусов. Нам пришлось пешком идти домой. This house was very expensive. How much money did you have to pay? Этот дом был очень дорогой. Сколько денег вам пришлось заплатить? In tennis, you have to hit the ball over the net. В теннисе вы должны сделать удар мячиком через сетку. Why is she waiting? She doesn't have to wait. Почему она ждет? Ей не нужно ждать. It's late. I must go. I have to go. Поздно. Мне нужно идти. Удачи всем в изучении английского языка. С вами был Альберт Кахновский с сайта English03.ru.